В игре Vampire Survivors есть секретный персонаж под названием X-Dash. Для того, чтобы его разблокировать, вам необходимо ввести указанный код в главном меню игры. Вы должны быстро вводить код и следить за тем, чтобы случайно не нажать другую клавишу. В противном случае X-Dash не разблокируется. После ввода данного кода вы услышите характерный звук. Это значит, что вы получили секретного персонажа.